Coming soon. Happy birthday, Дмитрий. Дамы и господа, у нас ходят совсем черные. Откуда он? Тут шерсти. Уже обгорели. А, ты прямо оттуда бьешь? Поехали. Да? Да? Мы не националисты, мы не дикие, я вообще негров люблю, чернокожих, так что это все круто. Мы едем с Женей. Я сказал меня не снимать. Он сказал его не снимать, так что его делаем кубиками. Да. Женушка моя. И я, собственно. И я того же мнения. В общем, как я уже и сказал, не знаю, что там записалось, не записалось, но это вставится. Вот. Вы видели чернокожего, я думаю, так этичнее, нежели негр. Все равно назвал, да? Человек с темной кожей, будем говорить. Человек с темной кожей, да. Чернокожий. Ладно, если бы мы увидели его в центре, как бы, да нет. Ну, мы привыкшие уже, не то, что там дикари, там, чернокожий. Дикари. Это нормально. Ну да, мы дикари, ладно. Но это прикольно, особенно в нашем районе, район 6-го медобъединения, это, конечно, промзона такая. Спортик, наверное, спортик такой, идет. В общем, вот такие пироги. Димон, а мы едем к тебе. Смотри нас дальше. В общем, мы, короче, к тебе идем, Димон. Вот идем и идем. Вот мой подарок. Офигенный, да, брат? Заработаю, подарю. Отвечаю. Короче, жара, это все ништяк. Сейчас уже подойдем к тебе. Ну и, в общем, весь отдых будет дальше. Не знаю, что еще сказать, братюнь. Не хочу желать тебе ни в соцсетях, на камеру еще сегодня будет. Хочу лично пожать твою мозолистую руку, то, что сейчас и будет, и пожелать. От души, брат, от души. А, стучаться надо, да? В общем, ребята, мы пришли к Диме. Собственно, вы его уже видели. Также здесь у нас находится... Азрет, я Замат. И заветная вкусняшка. Это да, на нашем столу. Столу? Столу. Стоит шашлык. Я не знаю, как это правильно звучит. На нашем столе. Наверное, надо вообще домашний канал было переименовать тупо в шашлык. Шашлычный канал. В общем, друзья мои, сбегали мы в магазин, это не записали. Купили еще вкусняшек чуть-чуть. Ладно, вот, ребята тут уже... Ребята уже выкладывают шашлычок, пожалуйста. Дима раздувает угольки, дровишки, то есть, которые будут в угольке. А, это барбекюшница? Вот она. Мы сейчас пожарили, попробовали. Вы тоже можете попробовать. А, уже даже, да? Так, ну-ка, проведем дегустацию. Так, ребят, дружище Обломов, кстати, если ты посмотришь это видео, вот мы тоже чуть готовим. Ну что ж, давайте. Ставьте лайк, друзья. Прелесть. Лучше, чем та курица. Ты можешь громче сказать. Лучше, чем та курица. Да. Ничего, лучше, чем ты, курица. А знаешь, что называется? Ну, хомячок. Хомячок. Кушать лучше, чем курица. Кушать лучше, чем быть курицей, да. В общем, и мы еще, как уже моя женушка говорила, взяли вот такую вещь. Так, трехгорная оригинал и Эль Мохнатый Шмель. Ну что, пойдемте в лес. Сразу проглотить. Потихоньку, да? На,
нормально. Хочешь, могу дать закуси? Нет, он делает опыт. Ты реально сейчас как профессор, да, смотришься? А зря ты не думал шашлычную открыть? Сменить профессию? Мне и тут нормально. По-любому? Пробовать? Нет, а что, ништяк же? Чего? Времени мало прошло, Виля. Другим дать. Да, и можно еще попробовать. Этот, помнишь, о чем говорят мужчины в фильме? Не смотрел? Ай, бы, с кем я общаюсь? И шатайте барную стойку. Я твой барную стойку шатал. Девушка, танцуйте на барной стойке чуть подальше от меня. Короче, надо... Старт, поехали. Это начало. Вокруг елочки, да? Потом язык развяжется, будем... Поехали, как Гагарин сказал. Что-то они тут какие-то надписи кокаином красят. Я тут все с камерой. Супруга ревновать не будешь, что ты у меня в вологе появился? Красиво. Очень красиво. Только профессиональный оператор одновременно может... Пить, слушать, снимать, разговаривать. На пиво не начни снимать. Глаз-то. Дмитрий, что вы собираетесь делать? Я собираюсь жарить стейки свиные. Обалдеть. Что они свиные, мы никому не скажем. Очень вкусные, поэтому будут кушать все. А? Все, 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 я жарю. Я жарю, детка, я жарю. Я выпил две рюмки вина, Рамзес. И хорошо уже, да? Ну, у него вино шикарное. А где была такая штука? Какая? Дай. Нет. Ты не прав. Я еще та, что вилка. Именно свет. 100%. Я знаю, вон, возьми. Не было разбора. Адская вилка. Адская вилка. Бухает с ним. Ой, прелесть. А там решеточка есть? Я пошутил, Таня, я пошутил. Ляпни ее. Идем. Идем. Бэрл Грилл. Зачем же ты его жаришь? Парни, а вы чем смазываете? Интересно. А то, что горит, ничего? А что? Ну да, логично. Ты на чем музыку делаешь? На компьютере? Подходи, бери шашлык, покупай. 180 тенге палочка, хорошее место. Вот шашлык делаем, шашлык. У вас вкусный шашлык, шампуры, вах. Объективно, это шоу лучше. Нет, на шашлык не товарищ режиссер, слушают. Вино кушаем, шашлык пьем, лук кушаем. Короче, все вах-вах. Ну, зовут. Я скажу, влог не информативный, но смешной будет. Кусочками нарежем. Что ты снимаешь? Пьяных людей. Я не пьян. Я выпивший. Я уже не человек. Я шашлычник, да? Шашлычник тоже. А что если грызнуть апельсином? Это апельсин или мандарин? Это яблоко.